Здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить майонез. Для этого мне понадобится 1 ложечка горчицы, немного соли, потом лимончик 1 ложечку, 1 яйцо, бехер или стаканчик для взбивания и специальный такой аппарат. Сахар ложечку надо обязательно тоже. Все, начинаем. Мне понадобится яичко. Ложечку сахара. Соли. И немного лимона. Отставляю все в сторону. Потом мне нужен будет стаканчик масла. Где-то 250 миллиграммов. И теперь я начну взбивать. Отложим в сторону. Так. Вот какой майонез у меня получился. Очень даже прекрасно. Я брала оливковое масло, оно желтое. Вот я от этого получила такой майонез желтенький. Решила не брать подсолнечное масло. Все. Подписывайтесь на мой канал. Я очень буду рада. Пока-пока.